Друзья, добрый день, сами договорились. Мы продолжаем прохождение зомби-экшена под названием Sniper Elite Zombie Army Trilogy. Это 3D-шутер от третьего лица, в котором мы сражаемся за русского ветерана Великой Отечественной войны солдата Бориску Медведева в компании с арийцем-доктором, каким-то ебаным англикосом. Итак, следующее наше задание сейчас состоит в том, чтобы... не помню, что-то сделать, какую-то книжку Сабанхан Ханхуян достать. В общем, мы с вами продолжаем. Итак, друзья, мы с вами остановились на том, что... Да ж, сука. Итак, друзья, мы с вами остановились на том, что мы пришли в депо. В депо нам с вами очень понравилось. Там у нас было много друзей. Это было депо... какое-то веселое депо. Я уже не помню. Итак... Чаще всего я прохожу по 3-4 серии, то поэтому 3-4 серии, выходя триплетом, неким... заебись. Выживите в подземелье. Пожалуйста, только не... Господи. Итак, я напомню, друзья, что если в серии не попадается демон-призыватель огненных хуёв, то обычно мы тратим на серию около... не знаю, что-то около... Ну, 20-25 минут. Предыдущая серия получилась очень-очень-очень-очень-очень-очень супер длинной. Почему? Потому что... Да что я вам все рассказываю, если смотрели сами, знаете, в общем, геморрой там был полный, там уже такой хардкор на самом деле. Если вы думаете меня сейчас этими странными скелетами запугать, то вы на самом деле очень сильно ошибаетесь. Хотя так не хочется тратить на них дробовичок, на самом деле. Просто их дохера, они просто меня сейчас банально забьют вот. Хотя если просто будут стоять и отмахиваться от них ногой, ай да, что-нибудь и получится. А, да, вот получилось. Я не понимаю, что там за какая-то испанская гитара называется. Она такая маленькая, типа нашей балалайки, но подлиннее. 3-4 струнная. Я просто сейчас не помню, как она называется, но не вспомню точнее. Итак, мы с вами продолжаем. Так, Бахнох. Банов. 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 Мы кого-то решили забанить. Доберитесь до моста. До моста. Не договорились. Вот ублюдок. Ублюдки, да их там много. Ладно, это нас не интересует, если не в голову. Не понял юмора. А, теперь понял. Вот уёбок. Похуй. Итак, напомним, хотел бы еще раз напомнить то, что я все-таки теперь уже все-таки я пройду эту ебучую игру, потому что, ну иначе зачем было тратить на нее столько времени, если не проходить? Тогда можно было просто выделить ей две серии, минут по 40. И, да что ж я такой косожопый-то, а? Ой... Теперь я уже начал с одной ноги их убивать. Раньше добивать надо было вроде. Или не надо было. Ладно, неважно. Да иди в попу. Не хочу даже на вас патроны тратить. На вас, ущербных уёбков. Люгер. А, я забыл взять виблей. Ну, заебись. Ну, хотя ладно, у люгера зато патронов до хера. Или я люгер. Я вообще... Ой, блин, я же оружие-то не зарядил, наверное. Так, нам ну что нужно? Нет, динамит нам не нужен. Вот это нам нужно. Итак, мы с вами должны добраться до загадочного моста. Какие-то глупые миссии пошаговые в 10 метрах друг от друга.
тренировочную, простите, простите, Вати. Быстрее ставь, ёбаный! Блять, а как ставить? Я, ребят, я забыл как. Ой, блять. Ребят, пиздец меня. Ребят, как ставить растяжку? Вот наконец-то. Быстрее, быстрее к пулемету, черт галимый! Давай хоть с этой стороны. Взрывай их нахуй. Так, пошли нахуй. Суки. Ой, ёбки. Пиздец, зажали демоны. Можно пулемет повернуть. Поверни его, блядь. А, зараза. Нет, нет, все туда пиздец. Вот их вроде тут поменьше. Пиздец, нет, сейчас забьют, забьют, ребят, забьют сейчас. Все это смерть сейчас будет мне. Пиздец, все. Пидор это, наверное, подбежал, взорвал все нахуй. Так, сейчас быстро-быстро ставим. Нет-нет-нет, здесь отменяем. Нет-нет-нет, да-да-да-да-да. Вот-вот-вот-вот-вот куда нам надо. Вот куда нам надо эту дуру поставить. Вот сюда. Отлично, успели. Отлично-отлично-отлично. Все. Блять, да что ж я постоянно нажимаю-то? Давай, стреляй в него, сука! Так, типа, прекрасно, теперь продвигаемся в эту сторону. Быстро, быстро, быстро. Надо быстрее продвигаться. Опять этот уебок идет. С какой стороны? С какой стороны? С какой стороны? Суки, зажимает уже с двух сторон. Но вообще хардос ебаный просто. Пиздец просто, пиздец. Панзерфауст. Нахуй он мне сдался здесь, Панзерфауст. Нахуй он нужен. Ой, блядь. Ой, ебаный в рот. Все, пизда. Пиздец, все это пиздец. Ой, блять. Ладно, сейчас еще раз попробуем. Там этот пидор появился, которого вообще хуй убьешь этого пидрюгу ебаного. Надо, короче, давайте с этой стороны. В общем, что чисто занимаемся этой стороной. Здесь ставим ТНТ. Давай, блядь, за авто... Вставай за пулемет, дура! Давай, 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 давай! Блядь. Так, много вас тут осталось? Так, 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 опять за пулемет. Опять за пулемет. Добивай, добивай, добивай. Все, да? Все, теперь чисто, чисто жесткий напряг на эту сторону. Жесткий прям. Давай, взрывайся, сука. Отлично, отлично. Прекрасно. Так. Давай, гондон, выходи, я тебя жду.
Вот педрюга этот вышел. Если он подойдет, все это пиздец. Давай, 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 за пулемет, блядь, давай за пулемет. Ой, точняк, слушай, вот, вот это то, что надо. Все, заебись, вот это против него, все, теперь буду сдать. А я думал, пулемет его не возьмет, потому что я думал, ему прям чисто в голову, прям надо так хорошо, хорошо. Все. Ну все, это оказалось гораздо проще, чем я думал. Ну где этот гондон? Вон летит или? Ну, давай, иди сюда, сука. Все, да? Ну все. Все прекрасно, видите, если... Если оборону поставить, ёпт, правильно, вообще заебок все будет. Ну и чё? Все, ёпт, угомонились. Еще какой-то ходит. Ну все, перестал. Так, стоп, там, по-моему, патроны были, да? Там ползает еще, блядь. Так, я так понимаю, все, что у нас... А тут растяжку, оказывается, давали. Фигово дело. Растяжка, фугас... Это полезная штука, но динамит — это дерьмо, которое вот когда нужно, ты в него не попадешь, можешь даже не надеяться. Можно сразу бросать. Опаньки. Локомотивчик бронированный. Вы знаете, что скоро Лига Чемпионов будет? Буквально через 10 минут. А я нее не смотрю, я для вас летсплей. А люди сейчас будут увлекательный матч, между прочим, наблюдать. А, все, что ли? Но опять мы чуть-чуть не дошли, просто уже надоело. Так, последняя часть реликвии Сагара Маратхи. Где-то в зенитной башне получить недостающую часть Германии. Вызовите подмогу, убирайтесь из Германии, вы последняя надежда человечества. Ой, да-да, конечно. Угу. А потом опять, небось, 50 миссий. Одно и то же, блядь, одни и те же карты. Пиздец, морда покоцана. Да Борька в 100 раз лучше выглядит. Неужели так было сложно сделать реплики героев? Что это такое? Двоих, да? Прекрасно. Или еще кто-то есть? Все, 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 все. Так. Дайте патронов. Да, блядь, дайте патронов, ребят. Ну, че такие жадные-то? На, да какой дробовик? Ой-ой-ой-ой, а, нет, не знаю. Показалось, что их там больше просто гораздо. Ты прекратишь, блядь, этими движениями нахуй из брейкданса ходить? Во, не зря я тебя заприметил, у тебя патроны были. Так, нам нужно вон туда. А чтобы нам сейчас туда попасть, нам нужно пиздовать, наверное, по этим траншеям, потом по какому-нибудь подземелью, потом по подвалу, и потом этаж за этажом, да? Да, я угадал.
Блять. Сука, ты без головы, ты читак. Нечестно без головы играть. Жалко, не попал, пока он в толпе был. Так, погнали дальше. Сколько у нас времени уходило на, раньше на вот эти вот просмотры выстрелов, которые были не такие уж крутые. Сейчас прям... Все, прям в темпе вальса. Сейчас, короче, это последняя миссия второй главы. И все, там чисто на прямую выходим, пацаны. Ну да, как я и сказал, бункер. Опять какой-то, так, это... Значит, посмотрим. Так, советские... Первый, второй... Украинский фронт, третий белорусский. Короче, понятно, тут нарисован пиздец Германии. Ясно. Можете гордиться, чтоб у каждого такая карта висела дома. Так, сохранение ТК. КТ. Воу-воу, полегче, парниша. Сколько я снес подряд бошек? 5? Получаться действительно хорошо началось. Ну, если не от бедра стрелять, а... Так, что-то пока нет никакой апогеи. Там толпы зомби или чем-нибудь такого. Доберитесь до топливного насоса. Сейчас доберемся. Отдыхай. Ты тоже отдыхай. Так, я взря эти машинки, наверное, взорвал. Тут сейчас толпа пойдет. Ну ладно, посмотрим потом. Понял. Блять. Вспомнил говно, вот оно. Давай, давай, чувак. Пока он лежит. Охуеть. Самое мое скоростное убийство этого уёбка. Посмотрите, сколько времени заняло, да? Совсем мало. Блять, 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 блять. Так, давай, Борька, давай. Борька. Их там... Боря, их там куча ёбаная идет. Кинем туда нахуй. Ну все, с этим церемониться не стали. Сразу его загасили, как говорится. Ну, пока этот... Пока это замедление времени у нас было снайперское. Я просто, правда, не посчитал, сколько ему пульта надо. Но вообще, по-моему, там меньше 10 получилось-то у нас. Надо прям точно-точно в голову. И опять я так и не понял. Мы наносили ему урон, когда он... Вот когда он в огне был в этом, в демоническом состоянии. Или просто там, ну, когда он это самое... Ну, когда он типа тухнет, так. Так. Промах. Хуёво. Вот самое лучшее все-таки не под них подстраиваться. То есть, наоборот, вот подстраиваться под их бошки. То есть, вот он идет, оп, поймал его в прицел. А если вот так вот за ними следить, то какая-то залупа получается. Да, блядь, заебал. Шапку где такую модную взял? Кипарь. Блядь, сейчас вы меня еще убейте тут, а? Вы меня еще убейте. Ты-то куда пришел? Так, все, короче, не хочу на вас патроны тратить.
Вот, отлично. Для библейчика нашли. Для этого нам не надо, да? Для дробовика есть... Так, три обоймы, грубо говоря, будем считать. Окей. Ой, так, значит, топливный сектор. Мы пришли, мы топливный сектор. Доберитесь до безопасной комнаты. 90 метров. Но без боя точно не доберемся. Все. Суицидальные наклонности мне все свои показали. Сейчас что-то будет страшное, да? Или не будет? Мужик, хватит строить. Ложись, отдыхай. Ты уже отстроился сегодня. Взаимодействие. Что это сейчас было, блядь? Ну, это, конечно, было просто гениально. Но это самое лучшее убийство было. Самое такое, ух. Я просто не понимаю, что разработчики хотели этим показать. Окей. Интересно, как меня раскололо от струи огня. Ну, ладно. Конечно, долбоебизм такой, но... Что там взрывается-то, ёбан... Ой, блядь. Сука, вот это вот плохо. Это очень плохо. Ладно, если он один, то фигня, в принципе. Просто мне почему-то кажется всегда, что я как будто не туда пошел. Вид такой плохой тут. Взрывайся, ёбаный шашлык. Блять. Это уже хуёво. А я лёжа, по-моему, вообще здесь не стрелял, да? Куда я ему попал, интересно? Охуенно. Вот, чувак, почему здесь МГ-42 нельзя взять не станционарный, а обычный? То есть не станционный. Ой. Ой-ой-ой, ребята. Вообще что-то будет здесь страшное. Появится. Надеюсь, не эти, не которые взрываются, блядь. Так вот и иди по прямой. Вот чисто иди так по прямой. Это будет самое простое убийство от тебя, чувак. И, наверное, последнее, да. Вот самое простое было. По прямой шел, как долбик. И опять я не посчитал, сколько на него. Десятка ушла ровно. Все, самое простое убийца, это убийство этого арийца. Так. Гевер, КСВТ, не то, не то, все нет. Ну это все у меня есть, мед, не надо. ППШ Томпсон. Вот, да-да-да-да-да, кстати. Да брось ты это говно. Вот. Так. Все-таки ППШ возьму я. Так, виблей. А, вот, для виблея. Ага. Все. Нет-нет-нет, не все, стоп. Без Ленфилда, как же мы? Все, погнали. Давайте что на следующий. Все, короче, до следующей серии. Все, вроде в этой это самое. Разобрались. Следующую уже оставим на следующий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.